Здравствуйте. Вот долгое время мы, все люди просвещенные, относились к гомеопатии как к какому-то жульничеству, честно говоря. Относились, но иногда гомеопатия помогала. Вы знаете, вот в Москве на улице Герцена, так называлась тогда улица, не помню, как сейчас она называется, там консерватория еще есть на этой улице, там была гомеопатическая аптека. Да, вот была. В советское время, а уж в советское время, всякая дурь была всяко запрещена. Но гомеопатия была. В чем, так сказать, суть гомеопатии, как я ее понимаю, да, как мне ее объясняли? А это, говорит, берется очень сильно разведенное что-то. Так сильно разведенное, что уже подействовать не может вообще никак. Но, тем не менее, вот помогает гомеопатическое лекарство. Помню, как в какой-то... В каком-то журнале обсуждалась вот эта тема гомеопатии, и там выступил физик-ядерщик Андроникашвили. Такой вот. Это брат Андроникова, Ираклия Андроникова. Вот. Он сказал, вот я, говорит, лечили моего внука, как-то говорит. И вы знаете, внук мой ничего в этих лекарствах не понимает. То есть тут никакого такого эффекта, что вот дадим эти лекарства и все, ты поправишься, не было. Просто внук пищал, ему дали это лекарство, и помогло. Вот говорит, вот я не знаю почему. Он физик. Физик, ядерщик, человек, который верит только фактам. Вот факт такой. Ну вот долго все равно это оставалось как-то вот в тени. А сейчас показал следующее. Есть такой институт биохимической физики Российской академии наук имени Эммануэля. И там есть группа, которая возглавляет доктор наук Бурлакова. Вот, в частности, ее сотрудники работали в этом направлении. И еще есть группа ученых, которая в Казанском научном центре Академии наук работает, вот в Татарстане. Это вот я вот попытаюсь изложить их работы. Что же оказалось? Значит, ну, давно наблюдали вот на живых организмах, что вот есть вот такая концентрация какого-то вещества, ну, он как-то влияет на живой организм, и ее можно сильно уменьшить. Сильно-сильно уменьшить, все, за счет разбавлений. Но все уже никак не влияет. Еще сильнее уменьшает и начинает влиять. Вода начинает влиять. Значит, в Казанском центре занимались серьезными исследованиями. Что именно проверяли? Они проверяли, как меняется проводимость воды. Да? Ну, вы знаете, дистиллированная вода, в общем-то, изолятор. Хотя чуть-чуть любой изолятор чуть-чуть проводит. Вот. И второе, как меняется поверхностное натяжение. Ну, вы понимаете, что вот, например, изменение поверхностного натяжения влияет на образование капелек, да, ну, вот это вот мыло изменяет поверхностное натяжение в воде, моющие средства. Вот такие вот слова я вам напоминаю, да. А тут они вот тонкие измерения вот эти вот проводили. Оказалось, что есть такое поведение. Меняется концентрация, пропадает совсем всякий эффект, она все меняется, меняется, эффекта никакого нет присутствия этого вещества. Потом бац! И эффект этот растет, проявляется. То есть меняется электропроводность, меняется поверхностное натяжение. В каких случаях меняется? Оказывается, нужно было омагнитить, вот я говорю неправильное слово, подержать в магнитном поле эту вот жидкость, да? В магнитном поле Земли. Они проводили эксперимент такой. Вот берем эту жидкость с очень маленькой концентрацией, держим в отсутствии магнитного поля Земли, да? Контейнер из пермалоя. Из, ну, такой сплав, который не пропускает магнитные поля. Вот. Или магнитный. Вот если в магнитном поле Земли, то да, происходят некие такие ассоциации. Да? Наноассоциация, я бы сказал так, да? Маленькая ассоциация, там речь идет о миллионах молекул, всего-навсего, совершенно ничтожное количество. Обнаружить их с помощью оптических методов эту наноассоциацию нельзя. Но. Видимо, она существует. И так вот я уже дальше гипотетически что-то предполагаю. Смотрите как, есть такое слово нанофизика, знаете, да? Речь идет вот о чем. Когда у вас много-много атомов или молекул вместе, да, то их уровни энергии расщепляются. А тут вот их вроде много, но не так много. Эти уровни энергии чуть-чуть расщепились, но они превратились в сплошные вот эти зоны, да, зона проводимости, зона валентная. И вот тут-то начинает работать нанофизика, да? То есть, понимаете, оказывается, вот эта вот гомеопатия, возможно... Это просто есть нанотехнология. Удачи вам, всех благ, до свидания.